Оп, есть. Еще одна, ребят. Еще одна, смотрите. Есть. Клево всем, друзья. Всех с наступившим 2023 годом. Всех с Новым годом, ребята. Всем желаю счастья, здоровья, чтобы все было, чтобы было мирное небо над головой. Друзья, всех с Новым годом. У нас в Краснодарском крае, оказывается, тоже бывает зима. Сейчас на улице минус 11. Встал долгожданный лед, ну ненадолго, уже через несколько дней будет потепление. Но тем не менее, я выскочил на рыбалку. Взял балансиры и приехал попробовать погонять щучку. Один из степных водоемов Краснодарского края. Я с балансирами буду пытаться ловить щуку. Друзья, всем, кто откликнулся на помощь каналу, огромное спасибо вам. Друзья, ну что, погнали в бой. Сейчас я насверливаю сразу несколько десятков лунок и буду их пробивать. И таким образом буду проходить. Значит, степной водоем, узкая часть, заросшие камыши, редяки. Водоем мелкий. Я здесь первый раз, друзья мне посоветовали, были, щучка есть, поклевывает. Они были с флажками, поймали. Я надеюсь, удача улыбнется мне, так как на рыбалке я на льду бываю сейчас очень-очень редко. Скажем, за 5 лет я был один раз в том году, на канале есть видео, ловил окуня. Сейчас второй раз, балансиров у меня куева туча, и вот я приехал их помочить. Погнали, ребята! Ребят, бур у меня еще с тех времен. Я его покупал еще школьником. Очень-очень старый. Это тот самый знаменитый ленинградский за 12 рублей. Прошел уже Крым и воду. То есть боевой бур. Вот такой. Старенький. Все мечтал купить новый. Но, к сожалению, с нашими зимами пока необходимости нет. Потому что далеко не каждую зиму у нас становится лед. Так, что касается снастей, ребят, мой боевой старый товарищ, лопнутый уже, половил со мной много рыбки, но с последними зимами вот такой вот хлам в нем, сразу здесь стоит три коробочки. Так, что у меня тут есть, зевник. Отсыпать литель этот. Так, сразу подготовлю отцеп, нужная вещь, особенно при ловле в заросших водоемах рядом с камышом, неоднократно спасал, купленный еще в советские времена, очень давно. Ага, значит, возьму две удочки. Это магазинная. Кивок нафиг не нужен. Такая вот карбоновый хлыстик. Под тяжелые балансиры огонь. Обязательно я использую поводки. Обычная металлическая струна. Вот. Этот я попробую под щуку. Друзья, по названиям, пожалуйста, не спрашивайте меня. За несколько лет, не ловля рыбу на балансиры, я все забыл. Поэтому буду показывать, если кто-то узнает, говорили, ну,
пишите в комментариях. Ну, это точно помню, это Рапала. Ну, буду сейчас пробовать перебирать. Вообще не помню, кто что, что почем, как работают. Все буду вспоминать заново с нуля. Ну, такой поставлю красивый. Друзья, спонсор канала — интернет-магазин «Студия мебели Мастерская». Это большой интернет-магазин по Краснодару и Краснодарскому краю. В регионы России может отправлять транспортные компании, но все-таки его основное — это Краснодар и Краснодарский край. Более 10 тысяч товаров. Кухни, спальни, прихожие, детские, всего очень-очень много. Очень хорошие, адекватные цены. На сайте интернет-магазина можно посмотреть стоимость, цены всегда актуальные. Интернет-магазин имеет свой склад. При наличии товара на складе поставка 1-4 рабочих дня после внесения предоплаты. Предоплата при заказе до 50 тысяч рублей составляет всего 1 тысяча рублей. Остальное при получении товара. На сайте представлено большой выбор кухни от лучших производителей России, от крупных фабрик. Это не мебель на заказ, это именно поточное производство, фабричная мебель. Также представлены обеденные столы из Малайзии и Китая. Большой ассортимент кухонь. Около 200 моделей. Из них около 100 моделей — это модульные кухни, из модулей которых можно собрать кухню любой сложности по цене в 3-4 раза дешевле мебели на заказ при более высоком качестве, так как это фабричное производство. Большой выбор модулей у некоторых моделей позволит собрать практически любую кухню любой сложности. Заходите, смотрите, ссылка в описании. Что у меня тут написано? Сейчас прочту. Камасан, Люк Джуниор. Во. Вот этот поставлю. Сейчас начну с него под щучку. Так, тут все классика. Как при ловле щуки на спиннинг. Косичка. Расплел. Друзья, я... Если есть гарантия поклевки щуки, всегда ставил поводки на балансиры, даже при ловле судака. И соберу сразу вторую под окуня. Балалайка какая-то китайская, хлыстик от удочки, легкая. Даже на небольших балансирах отлично все чувствуется. Так, что с небольшими балансирчиками? Тоже целая куча. Что поставить, я уже, ребят, не помню, что и как работает от слова совсем. Поэтому все заново. Ну, с нашими, ну, вот этого поставлю. Как называется, фиг его знает. Сами, если помните, пишите. Тоже будет интересно знать. Сначала пройдусь по пробуренным лункам щучьим, а дальше буду смотреть. Погнали.
Ребята вон сзади меня приехали ловить плотву. Вчера отлично половили, крупная плотва. Сейчас сидят уже полчаса, меняют лунки. Ищут, закармливают. Пока полный ноль у них тоже. То есть рыба что-то скоматозничала. Хотя вчера были крупная плотва, больше ладошки. Отлично клевало в хорошем количестве. Пока ноль. Пробурил через весь водоем наискось от этого берега к тому. Посмотрю, что. Есть ли какие-нибудь перепады, какие-нибудь бровки посередине. Здесь чуть поглубже. Такая же глубина. Опа, поклевка была, кажется. Опа, поклевка. Ребята, смотрите, я окуня поймал. Опа, она. Первая рыбка. Окунь хороший. Скушал. Мне нравится. Может, еще будет. Вот вам 60-ка, а я все мельчил. Сантиметров, оба. Опа. Вот так вот. Рыба есть посередине, ребят. Поклевка опять была. Только опустил. Окуневая. То есть окунь есть, тут посередине стоит. Опа. Опа, есть. Опа, ребят, щупачок. Есть, я ее поймал. Я окунь. Ребята, щука. Шнурочек маленький, но щучка. Я ее поймал, уговорил. Класс. Вот так вот. Я искал ее на меляке. Она вот стоит. Махоньку отпускаю. Уплыла. Она посередине. Так, уже интересней. Столько времени убил на меляк. Ребята, ну, флажки ловили, она у них клевалась под меляка. Я столько времени. Надо было сразу вот так пробурить. В общем, вот так зафиговал. Фу, не знаю сколько. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В общем, штук 25 лунок. Пока они отдыхают, сейчас возьму две рабочие, где были. Их проверю с помощью более мелкого балансира. Друзья, если кто-то хочет помочь денежкой каналу на развитие, без проблем. Карту оставлю в описании. Кто чем может, буду рад любой копеечке. Каналу надо развиваться, покупать снасти, лодки, баллонские удочки и тому подобное. Чтобы были классные видео. Так что, друзья, если сможете, буду очень признателен. Ну что, начинаю пробивать середку. Вот эти лунки новые. По руслу.
Ни шиша. Еще глубже. Оп-оп-оп-оп-оп, есть, ребята, есть, смотрите, красавица. Смотрите, что вытворяет, а? Смотрите, подо льдом видно. Класс, смотрите, только опустил. И сразу всадила. Есть, вот она. Только опустила, и она бах, сразу. Небольшая. Ну, на жерёшку возьму. Семью порадую. Ребят, вот такая красавица. Небольшая, но я ее поймал. Только опустила сразу. Бабах, всадилась, села. Опа, удар был, поклевка была, ребят, на опускании, резкая. Резкая поклевка на опускании была. Оп, есть, еще одна, ребят, еще одна, смотрите, есть. Есть, ребята. Класс. Еще одна, ребят. Села на той же самой линии, на соседней лунке, по одной вот линии. Всех трех щук я поймал ровно по одной линии по руслу. Тоже на опускании была поклевка. Не села. Я доиграл, пару раз дернул, она села. Класс. Два раза поклевка была, ребят.
Оп. Опять. Возможно, окунек там стоит. Оп, опять удар был. Оп, оп, есть, 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 есть. Окунек. Я же говорил, окунек. Красавец. Вот такой. Опа. Оп, поклевка, друзья. Поклевка была. С подбоем вверх. Тоже сначала проявила себя именно на опускании. Есть, 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 есть. Есть еще один маленький щипачок. Ребят, малыш. Но этого я отпущу. Вот такой малыш. Отпускаю его. Нырнул. Что первое опускание должно быть плавненьким, а не бросать приманку на дно. А плавно опускаем обязательно. С самого с горизонта, где может быть поклевки, до дна первое опускание нужно делать очень плавным. Нет. Хреново. Очень хреново. Я боюсь, что потеряю. Самый ловистый у меня сегодня балансир. И он у меня в единственном виде. Я знаю, что они классные и дорогие. Нет. Как будто сетка. Опа. Есть. Зацепил. Тяну. Тяну. Да, сеть, ребят. Сеть. Вот так вот, смотрите. Фух. Вот так работает, ребята, цеп. Смотрите. Главная была задача зацепиться за какой-нибудь крюк балансира. И тогда мы его спасаем. Опа. Есть, 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 есть. Еще один окунек, ребята. Еще один полосатый разбойник. Значит, сначала подбил и добрал. Оп, оп, поклевка опять. Еще там один есть, ребят. Еще есть. Оп. Еще там есть. Не садится, просто бьет. Крупноватый балансир для него. 60-ка. Есть, 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 хороший, хороший, хороший. Ой, какой красавец, ребят, смотрите, еще одного добрал. Смотрите, горбатый красавец. А ну-ка, проверка. Вот, схожу я за другой удочкой.
Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Щучка, ребятка. Смотрите, что вытворяет. Есть. Еще одна красавица. Еще. Ну что, друзья, завершилась моя рыбалка. Долгожданная, зимняя у нас в крае. К сожалению, последние несколько лет зима и лед — это редкость. Но вот в этом году получилось съездить. Не знаю еще раз, получится или нет. С завтрашнего дня уже потепление, поэтому неизвестно. Тем не менее, рыбку поймал. В Краснодарском крае балансиры работают на ура, как это уже много проверено. Поймал 5 щучек, 2 из них вообще откровенно маленькие, сразу были выпущены. 5 окуньков. Все поклевки были реализованы, ни одного не было схода. Рыба клевала практически по одной линии. Это, значит, перепад в русле. Рыба клевала на русле. Перепад в русле до 30 сантиметров. В самом глубокой точке не клевала. И в верхней точке русла не клевала. То есть, а тут корыто такое плавное, с двух сторон понижение. Чуть-чуть оно виляет, вот так вот. И вот самое глубокое, и сантиметр, и примерно глубина, где глубокого, сантиметров на 15 выше, вот именно по этой линии все были поклевки. Один раз только получилось из одной лунки поймать 2 окуня, во всех остальных одна рыба, одна поклевка и больше ничего. Насверлился от души, наверное, под 2 сотни лунок фиганул. С утра потратил очень много времени на поиск вдоль мелководья, так как мне сообщили, что на флажке несколько дней назад ребята ловили вдоль камыша, и тут ничего. Все поклевки были на русле. Хотя на флажки не попадалась хорошая щука, до 2 кг влетала. То есть рыбалка была классная. Было 2 зацепа. Спас. Рыбалка была суперская, классная. Рыбу нашел. Подобрал к ней ключик. Работал светло-зеленый цвет балансира. Все было классно. Удовольствие получил. Рыбу поймал. До новых встреч, друзья.